Диплом, который признается и высоко ценится во всем мире. Возможность проходить стажировки в странах Европы и США. Учиться в современном студенческом кампусе у лучших преподавателей со всего мира. И получить гарантированное трудоустройство по специальности. Один из ведущих вузов страны. Обладатель звания лидер в сфере высшего образования. Многие годы возглавляющий престижные международные рейтинги. Одесская юридическая академия приглашает абитуриентов на день открытых дверей 29 февраля в 11 часов по адресу улицы Академическая 2. Это лучшая возможность, чтобы окунуться в студенческую жизнь, оценить высокий уровень материально-технической базы, посетить уникальный IT-центр, первый в Украине центр кибербезопасности и информационных технологий, пневматический и боевой тир, познакомиться с экспонатами музея редких изданий, музея оружия, проверить себя и своих друзей на пятиканальном детекторе лжи последней модели в центре тестирования на полиграфе. Школьники вместе с родителями также смогут пообщаться с руководством вуза, профессорско-преподавателем составом и узнать о новшествах вступительной кампании и преимуществах обучения в Одесской юракадемии. На сегодняшний день у нас открыто 17 специальностей. Да, это политология, социология, право, журналистика, кибербезопасность. Ну, то есть большой спектр специальностей студент может выбрать и посмотреть, в какой сфере он будет работать. Также будет показана практика, где студенты будут проходить практику. У нас на сегодняшний день заключено очень большое количество договоров с предприятиями. То есть главной целью президента Академии Сергея Васильевича Кивалова является трудоустройство абитуриентов, что на сегодняшний день немаловажно. Да? Когда родители уверены в завтрашнем дне и они знают, что их ребенок будет завтра с профессией, то есть это тоже большой плюс. Также вуз уделяет большое внимание ранней профориентации. Выпускники 9 и 11 классов могут поступить в колледж юракадемии, не сдавая внешнее независимое оценивание. А затем по окончании колледжа они становятся студентами сразу третьего курса Одесской юракадемии, при этом выбирая любую специальность.